Теряйся. Зайцев, казачьи сотни, Гамаюнов, Патриот. Приготовиться. Кузнецов, ВВС, Обухов. Военный училище. Он за решетку, наверное, схватил бы. Или нет? Вообще прикольно, никто не сможет. Спортсмену с красным поясом является замечание за хват шлем маски противника. Запрещенное действие. Ногами работает. Да, Виталик, привет. Слушай, ну... Да, ну да, только начались. Ну, народу немного, я думаю, что часов до пяти уже там пройдут они. А, ну подъезжай, ты как раз приедешь на самое, значит, такое, на нормально приедешь. Ну да, тут имеется. Смотри, гостиный двор, улица Ильинка, дом 4. Вот. Да, вход со стороны 16-го подъезда. После этого боя. Кузнецов, Обухов. Давай, подъезжай. Спортсмен с красным поясом, временно забрав снаряжение. Синий. Спортсмен Кириллов, Московское командное училище. Подойдите сюда ко мне. Оп! Все начинают. Плавай руками. Руки подними. Кириллов, Московское командное училище. Вы где? Держи. Стоп! Спортсмену синим поясом является замечание за выход за пределы ковра. Запрещенное действие. А в этом бою с явным преимуществом победу одержал спортсмен с синим поясом Гамаюнов, Патриот. Зайцев, подойдите ко мне. На ковре Кузнецов.